На расширенном выездном совещании главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова в Звенигороде были подведены итоги работы, проделанной за месяц в социальной сфере. В микрорайоне Пронина уже подобрано помещение для клуба «Активное долголетие», который торжественно откроют в День пенсионеров 1 октября. Как отметил глава муниципалитета, офис находится в непосредственной близости от городского совета ветеранов. Помещение подходит для творчества и спортивных занятий жителей старшего поколения.